В России активно продолжается борьба с коррупцией. Выявляются оборотни и среди тех, кто сам должен был искать преступников. Так, в Ростове-на-Дону осудили экс-руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД Вячеслава Науменко. За 40 миллионов рублей Науменко обещал подозреваемой перейти на более мягкую статью. Для этого он якобы мог скрыть от следствия некоторые оперативные материалы и помочь избежать ответственности. В итоге оборотня в погонах арестовали и приговорили к 5 годам колонии общего режима. В Брянске же суд вынес приговор замдиректору 85-го ремонтного завода, которого признали виновным в крупном мошенничестве. По данным следствия, руководитель предприятия заключал договоры с подконтрольными организациями на сумму более 20 миллионов рублей, 16 миллионов из которых были обналичены и присвоены злоумышленникам и его сообщниками. Заместителя директора завода приговорили к 4 годам колонии общего режима и оштрафовали на 500 000 рублей. Также с него взыскали сумму причиненного ущерба. Теперь прорвавшихся оборотней арестовывают и за границей. Так, на Кипре задержан экс-глава банка «Советский» Станислав Митрушин. Напомним, что Митрушин был экс-председателем Совета директоров банка «Советский», после банкротства которого Митрушин со своими подельниками создал организованную группу для хищения имущества банка, которая составила почти 3 миллиарда рублей. С вырученными средствами экс-глава уехал из России по поддельному албанскому паспорту и купил недвижимость на Кипре, где и проживал до самого ареста. На Кипре его арестовали за использование фальшивого документа, в связи с чем в ближайшее время планируется суд, после чего его должны экстрадировать в Россию. А мы дальше продолжаем борьбу с коррупцией. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.